И всем привет! Вот мы вернулись в игру, все чудики плывут. Мстить за то, что я вчера им по шляпе надавал. Видишь, сразу стрелой с гранатой пошел работать. А у вас верстак есть, чтобы его скрафтить? Возможно, что у них еще и нет верстака. А у них уже зато есть лук с гранатами. И коктейль молотов. О, дурачок сам себя поджег. Гениально. Давай еще раз. Попробуй. Это хорошо получается. Ау. Хотя, в принципе, я сам себя тоже поджигал, когда пользовался этим молотом случайно. Ага, бабумс. О, бежит. Так, где-то я мишку видел, там и шастал. Ну, мишка, он... С охотником у них договоренность, а не нападение. Он просто делает вид, в смысле как делает вид, он просто разворачивается в другую сторону и уходит от них, противоположную. Виляя своим филейной частью. Пускай порезвятся, мне надо, чтобы они базу строили. Так, один уже уплывает, а второй где делся? Все-таки он поджарил сам себя, что ли? Судя по всему, Мишка его съел. А что он там в руках держал, что-то не понял. Ты плыви, плыви. О, вот так вот, плыви, плыви. И не оборачивайся. Давай, давай, шета, вали отсюда. Что-то его напарничек где-то задержался. Неспроста это. Наверное, он все-таки догорел или сам себя подорвал еще гранатой. Да? Ты где? Хм, а вот и нету. А как это? Опять, блин, мистика. Пришли вдвоем, ушел один, а сумки нет. Ну чё, блин, куда-то еще уходит, что ли? Не... А, внезапно. Не знаю, что он там задержался, но это не важно, вообще ни разу. Уже. Он пропал без вести. Напарник его бросил, и что ж теперь? И все. Кто ему виноват? Вот так-то. Ложишь хорошее на плохое. Прям очень хорошо. Ну вот. Неплохо. Бутерброд. У меня 7 еще есть плат. Так, у нас уже даже что-то начало копиться, энергия какая-то. Тут напарничек ушел. Ну, там достаточно, чтобы один был персонаж на базе для того, чтобы все строилось, насколько я помню. Так, не забываем про хорошую еду. Пока оставим ее здесь. Можно подъесть яичницу, например. Яблоки, которые пускай будут. Я все-таки надеюсь, что он когда-нибудь какой-нибудь пирог-то введет. Надежда умирает последней. Давай еще одну.
Так, бомба у нас уже есть. Для, все для сноса базы есть, но базу надо дождаться, пока построится. Чтобы полностью... О, вот так вот на прививку пойдешь, или вот так, во. А то я вечно забываю делать превью, потом, блин, сидишь и думаешь, ё-моё, что ж там выбрать-то? Тратишь время очень много. Так, опять какая-то собакина морда. Морда собаки. Так, у меня где-то здесь платформы должны быть. Возле долины, возле горы Шахтер, по-моему, что-то есть. Он все еще гавкает. Идем. Собакин. По-моему, сейчас мне, может быть, получится его забить топором. В смысле, кирками. Или нет? Или нет? Сука, и заразил сразу. Как ты, блядь, я его бью, он меня достает, я его нет. Рубашечка ушла. Погулять. Так, ну тут что это? Это не металл. Это мне пока не надо. На, вот металл. Так. Излечились от хвори сутулой. О, сумочка. Давай сюда. Хорошо. Так, внизу вроде никогда не было. Но иногда я вижу их на вот здесь вот снизу. Ну, достать их нереально, конечно. Но металла мы всего лишь одну плюшку взяли. В итоге, давай хоть медь еще возьмем, что ли, да, ее, ж твою мать. Давай еще медяшки подоберем. Подберем. Блин, он выскочил, скотина. Не проконало. Попробуем здесь повернуть резко. Вот так раз. Вот так два. И он где-то здесь остался. Вот и там и сиди. Дурья башка. Вот и хорошо. Рубашку порвали, по морде надавали мне. Ладно. Пошли дальше. Я там попропускал, пока добежал, и молокно, и шмолокно. Даже, по-моему, ящик. Ну да ничего страшного. Так, все еще хочу вернуться к этой теме. Про то, что кому-то там что-то не нравится. Просто для вас это через неделю уже будет видео. Если я ничего не путаю. А для меня это просто... Я ж подряд записываю. Для меня это всего лишь час назад было, когда я говорил. То есть времени уходит на то, чтобы снять серию. Это не только вот то, что вы видите. Чтобы потом добавить музыку, что-то вырезать, надо еще потратить время, а потом еще это все дело надо обработать на компьютере, еще потратить сколько времени, а потом
Это надо еще загрузить в YouTube. У меня видео очень большие по размеру. 35-40 гигов. И на это еще добавьте сюда 3 часа времени загрузки. Так что я трачу времени очень много на это все. Так, это у нас Собакин. Ой, а что такое? А что такое? А кто это у нас тут застрял? Так, там, по-моему, курица должна была снестись. Блин, яйцо пропадет. У меня как раз одно еще лежит. Можно было бы использовать его. Яичницу сделать. Ладно, сейчас, наверное, у меня, может быть, жемчуг обломится в этом озере. Ой, так тихо сразу стало. И хорошо. Тихо. Серьезно? Тут вообще нету ничего, кроме песка. А где водоросли-то? Одна водоросль-то здесь должна быть. А, вот что-то есть, да? Ага, нету. Или есть? Или нету? Серьезно, водоросль-то должна быть. Че это? А, вот. Вот она где прячется. Эхо такое под водой. Раскаты грома. Давай, вылазь уже. Так, мишка-топтышка. Ладно, давай еще забежим сюда. Глядишь, яйцо не пропадет. Так быстро, хотя ладно. Ну это прям совсем бред уже. С яйцами вот это, что он сделал. Надо было сделать еще быстрее, чтобы чем ягоды пропадали. Чего бы нет. Чтобы просто разведением курей больше никто не занимался. Выращивали бы, перешли бы на зайцев. А смысл тогда его выращивать? Если он ничего не дает. Там кто-то предлагал в комментариях или где-то на стриме писали, что или мы с Максом рассуждали когда-то. Чтобы заяц давал бы хотя бы один кусочек мягкой ткани, тогда был бы хоть какой-то смысл его выращивать. Просто-напросто. Потому что получить кусочек мяса и 6 кусочков жира, вернее, кусочек мяса, или что там, 2 ножки, по-моему, куриные, эти вот заячьих. Я даже не помню, что там он дает. 2 ножки заячьих и получить, и что там, 2 кусочка кожи и 6 кусочков жира, и ради этого... Так я за день могу волков столько набить и получить столько же жира. Ну, конечно, мяса такого нет, но, господи. Короче, оно того не стоит. Так и выращиваешь ты его не один день игровой. Короче, как-то все сомнительно. Бизнес такой сомнительный, честно говоря. Так, кто-то еще забухтел. А тут металл. Не понял, правда, где бухтели кто? Ну то, что 2 бубу. Я вроде слышал. Угу. Вон мишка. Вроде как он уже мной не интересуется. Это хорошо. Поэтому мы железку-то заберем. Мне пригодится, им ударом не надо. Так, насчет видео я все... Почему такое скажете о качестве? Я, в смысле, это количество информации, потому что хочу как можно лучше, чтобы было покачественнее видео. Поэтому такой размер большой. Я сейчас другие настройки начал использовать. Видео вроде бы еще качественнее стало. По крайней мере, мне так показалось. Но размер не уменьшился, само собой. Немножко только уменьшается он от оригинала. Буквально там на чуть-чуть. Нету несущественно.
Так и нифига нет. Ни металла, ничего. Так, кошка мне особо не нужна. В принципе-то так, пошли. Че это? А, это так свет отражался на листике. Думаю, что это такое. Снега-то вроде как будто бы еще нет. Но уже, кстати, рубашка порвалась. И уже прохладненько становится персонажу. 5 градусов по ощущению у него там. Это не есть хорошо. Да твою ж. О, тут ступенька, кстати говоря, есть. Можно сейчас его от себя, от этого вот, отвадить, так сказать. Но ушел. А, он уже давно ушел. Ну и ладно, я это дерево возьму. Уж больно надо. Ушел? Ушел, ну это хорошо. Так, берем все, что дают. Что-то на тебе надо на ремонтик-то. Металл. Так, там мишки, там топтышки, там волки. Там еще какая-то гадость. О, даже забухтел. Миша. Только не говори, что ты побежал. Нет, пошел. Он там еще кто-то за камешком прячется. Ёшкин кот. Сутулая собака. Я просто хотел в озеро заглянуть. Блин, ты еще меня пугаешь, этот поросенок. Передумал идти ко мне. Где он там, блин? Вроде как передумал. Так, это металл? Это металл. Блин, яйцо уже, если не пропало, то вот-вот пропадет. Так, и ничего, да? Как обычно. Кроме песка больше нету ничего. Ну и ладно. Ну, вылазь. Птицы у нас куда летят? На юг. Плюс-минус. Так, побежали домой. Надо срочно забрать яичко, сделать яичницу. Может быть, не сейчас, но вечером точно. Чтобы было про запас. Дай сюда. Патрончик, неплохо. Рубашку надо починить. Персонажу не очень тепло. Так, сутулы, пошли, пошли. Давай, давай. И близко. Ой, это вот нежданчик. Миша, ты какого там хрена забыл? Это чтобы он отошел от базы. Он мне там как бы совсем не нужен. Ага, чтобы пришел. Блин, нет никого, да? Это ж надо. Так, по идее уже он не должен за мной бежать. Но он все еще бежит, падла. Ничего, ничего. Ты же там бежишь? Давай, давай, ты же мне нужен. Мишку я отозвал. Тебя мы сейчас прибьем. Бежит? Бежит. Давай, давай. Гав там. Ты посмотри, падла, второй раз вы меня заразили уже. Второй укус и второе заражение. Везет, как утопленнику. Не, нормально. Яйца еще не успели пропасть. Точнее говоря, яичко. Одно.
как хрен с ним. Давай сюда его. Ты ж мясо взял. А, так это у меня все, как говорится, уже есть. Давай. Так, вот это я скину, пускай гниет. Это в жир. Так, это у нас сюда. Вот сюда. Червячок. Семечки, фигимечки. Ну вот. Стоп. Помет. Что там, дождь будет, не будет? Вот вам дрова. И не бухтите. Так, есть вот это, вот это. Это здесь живет. Вперед. Плавься. О, кстати, медь не выложил. Внезапно. Это сюда. Чик-чик. О, отлично. Жирок. Как раз я вовремя. Так, ремонт. Рубашечки. Заштопаем дырочку. Так, что там, говоришь, надо было? 6 кожи, да? Шесть кожи, 3 вот этого. И там 5 или 6 вот этих вот. Возьму больше. Как раз только и надо. Одевай. Вот так вот. Кожу вернем. Замечательно. Можно даже и поесть. Ту же самую курочку и подъесть. Ну, ты смотри. Уже и солнышко даже выглянуло. У нас есть помидорки. Соберем. Сюда мы садим картошку. У нас даже есть все для этого дела. Вот и отлично. Ну ладно, куда положил, туда и положил. Я надо было сюда докинуть. Ой, зачем ты съел? Неважно. А чуть он, главное, ягоды может есть в любой момент, сколько угодно. А видишь ли, мясо он не может есть в любой момент, когда у тебя полное это вот. Где логика? Так, Миша там это шастает. И мы еще пошастаем. Так, где же, где? Хоть что-нибудь? Сутулый только он разве что ходит. Может, мясо еще понабирать? А ну, пошли давай. Гав-гав. Давай заходим. В дверной проем. Ты же там бежишь еще? Ты уже прям на месте. Молодец. Придется приседать. Ледорубы неохота доставать. Мало места на поясе. На самом-то деле. Не хватает мне для всего. Лампочку положить, бинты и это. И то, и это. Можно без хлеба. Так вот. Лучшее. На перегной, так сказать. Михаил Михайлович тут так и до сих пор топчется. Косолапович. Ты смотри, прям солнышко вышло. Прям аж потеплело. Так, ну тебе уже полностью приготовились. Но они не мешают, честно говоря. Я их не трогаю, и они меня не трогают. Вот я охотнички. Ну, в принципе-то.
принципе-то они тут рядышком. Так, это метал? Да, это метал. Но не правда. Ну, в принципе, да, они не так уж сильно далеко, не так уж сильно и близко. Нормально. Мы друг другу особо не мешаем. А где? Кто? Почему никого нет? Или я что-то неправильно понял? Ну, то, что внутри есть, это понятно. А где уличные это бомжи? Ну, в смысле, охотники. О, спасибо. Я вовремя. Что ж ты такой косой-то, а? Ой-ой. Ай-яй-яй, откуда вы взялись? Ничего ж только что не было. Так, еще бинтик придется тратить. Да как так-то? Да в смысле? Кто еще хрустит? А, этот. Дурилка картонная. Опять бинт надо портить. Те, что там еще не застеклено, что ли? Нифига, ну нету стекол у них. Так, блин. Ох, говнюк, а. Шастает там и шастает, блин, со своим дробовиком. Соседи? Пум-пум-пум, и закончилось все. Ага. Не попал внезапно. О, мне бинтик вернули. Так, и что тут за пум-пум-пум? Что-то так мало выстрелило, я не понял даже. Кого-то ты мог убить так мало? Оленя, что ли? Даже на оленя, по-моему, мало, 3 патрона. Странно. Но факт. О, ящик. Аж прям 3 сразу. Скрабика. О, мишки, 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 мишки. Кругом одни мишки. Странно все, ну да ладно. Не поймешь, кто в кого стрелял, и никого нигде нет. Посмотрим насчет жемчуга. Один ходит, мне двое. Только что там за деревом был, ему там какой-то пошел один. А должно быть 3, как минимум. Где-то один еще шастает. Нифига, тут нету никакого жемчуга даже близко. Тем более уже темнеть начало. Ешь твою медь. Посмотрим, может где-то здесь все-таки есть. Как раз охраняшка прошла. Блин, показалось, что кто-то шастает возле меня, но нет. Ну и чего, нету ничего. Прям совсем нет ничего. Это не хлопок ли? А, нету, камушки так лежат. А мне издалека показалось, как будто бы... Как будто бы хлопок, да. Раскатал губу. Еще не зима? Нет, октябрь месяц. Уже даже ничего не найдешь. Уже довольно-таки темно. Фонарика в игре нет. До сих пор нормального. Сделал один фонарик. Нате вам.
и не бухтите. Мне фонарик на оружие, конечно, хорошо. Но если бы он еще держал его по-человечески. Когда ходит, да. Но когда бежит, нет. Он его хрен знает куда. Магнум он вообще в небо светит фонариком. Спрашивается, нахрена он тогда нужен. Ну, в общем, ладно. У него свои понятия, у нас свои. Ну да, закрывайся. Во. Что тут? Все хорошо. Курочку можно. О, у меня минус бронежилет. Так, а тебе что надо? Сухие жилы. Опять же вата и опять железо. Да бери все. Обновились. Так, штаны еще поддерживаются, каска вот тоже уже требует ремонта. Просит, по крайней мере, ремонтика. Ну, на тебе. Что там еще, говоришь, надо? Опять же, 3 ваты надо. Нахрена эта вата нужна? Непонятно. Так, это вернись на место, где было. Так, тут из этого ничего нет. Это здесь. Пепел тоже не здесь, остальное все вот здесь вот живет. Ну, кроме пепла, конечно, и растений. На тебе. Вот это. А тебе вот это. Ну что ж, а на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.